Давным-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны. Привет, ребята! Добрый вечер, друзья! Ой, чем это так пахнет приятно? Ананасами или нет? Дынькой или... Не гадай ты! Это аромат айвы. Угощайся, бабуля предала. Ой, нет, я айву не ем. Один раз попробовал, больше не хочу. Ты, наверное, недозрелую пробовал. А желтенькая, ароматненькая, всегда сочная и вкусная. Да нет, лучше яблоко съесть или грушу. Ладно, пробуй пока варенье, Вова. А я тебе кое-что расскажу. Знаете, ребята, сколько легенд и преданий на Востоке об этом чудесном фрукте? Считалось, что женщины сохраняют свою красоту, пока едят айву. Ее очень любила Афродита. Во как! Ой, тебе бы только о красоте и говорить, да перед зеркалом вертеться. Ну, если не интересно, то и не буду рассказывать. Ева, да мне интересно, чего ты, не обижайся. Ладно, дальше расскажу. Эти легенды оказались настоящей правдой. В айве так много витаминов и микроэлементов, так говорят ученые. Выходит, не нужно ходить в аптеку за витаминами в баночке? Поел айву и порядок. Ну, конечно. Одного железа в айве столько, что ее назначают людям как лекарство. Она очень полезна пожилым людям, спортсменам и детям. Айва – лекарство? Ну, конечно. И от многих болезней. Например, 100 грамм айвового сока снимает головную боль. Ничего себе! Нужно записать для своей бабули. А еще, Витя, запомни и передай своей бабушке, что если есть айву постоянно, то можно избавиться от седины. Ну, в легенде-то говорится. А что еще в легенде говорится? А еще, если носить с собой семена айвы, то они будут оберегать тебя от болезней и неприятностей. Ха! И ты веришь в это? Ну, это так пишут. А еще пишут, что айва была задолго до яблок. Яблоки появились через несколько тысячелетий. Ничего себе, какой древний фрукт! А вот сколько ты блюд с айвой знаешь? Ну, компот, мармелад, варенье и пирог мама делает. Вкуснятина! Правильно, но блюд из айвы просто тысячи. Айву даже с мясом готовят. Ха! Представляю, колбасу с айвой. Ты удивишься, но такая колбаса действительно бывает. Ой, ты так вкусно рассказываешь, что-то мне опять поужинать захотелось. Ладно, пей чаек, ночью наедаться вредно, да и днем тоже. И на том спасибо. Какая у нас интересная передача получилась. Интересное и вкусное. В следующий раз о бананах расскажем. Я их очень люблю. И ничего про них не знаю. А бананы у нас не растут. Ну ладно. Тогда расскажем о том, что растет у нас. Ну только о чем? Секрет. Смотрите все передачи и узнайте. Спокойной ночи, ребята. Ярких и цветных вам снов. Цветные сны совсем. Пижамку нужно в постели тебе.